Всем привет! Сегодня я поиграю на Мортисе на карте Ветреная долина с роботом. Немного другой у меня стиль игры будет, нежели обычно. Сегодня я просто постараюсь посидеть в кустах, так сказать, поиграть как крыса, да. Постоим, подождем. Так, вот там робот, мне он не нужен. Не нужны мне тут проблемы, поэтому лучше отойду сюда. Так, ну Шелли это опасно. Она от меня отстанет? Нет, все равно, наверное, будет пытаться палить сейчас по мне. Фрэнк? С Фрэнком можно было затимиться, но нет, не сегодня. Ой, я спалился там. Фрэнк, почему он меня не бьет? Ну все, кажется, ему тут конец. Он меня не стал бить. Так, а что? Я не понимаю, а что Мортис не бьет его? Я просто не захотел тратить ульту. Ну ладно, окей. Так, можно тут их подкрыть. А, вот там Альприма. Такая ситуация жесткая вышла. Ну ладно. Ладно, и... Эх, робот на меня, но сейчас... Так, все, получается его сманить на кого-то другого. Ладно, постоим здесь. Хотя там Динамайк, ну нет, просто подожду. О, привет, Динамайк, как дела? Как дела? Так, 7 бойцов остается, а почему так много? Зона уже почти сузилась. Нет, я не буду тимиться. Можно было, конечно, затимиться с этими Примо, но нет. Так, такое чувство, что все тут против меня. Ворон умирает от робота. Так, 5 бойцов осталось. Какая опасная ситуация у меня. Что делать? Я не знаю, что делать. Тут такое чувство, что тут все тим против меня. Так, постою здесь. Так, надо сейчас уворачиваться от бомбочки. Второе место? Да ладно, получается второе место занять. Практически ничего не делаю. Вторая игра. Так, а, тут Шелли. Вообще, на самом деле, я бы отдал ей ящик. То есть, если кто-то с вами в одних кустах, и он не выходит, значит, это, скорее всего, Шелли, Бул или какой-нибудь Эльприма. Или Леон. Но нет, в этот раз все нормально складывается. Шелли уходит, и у меня есть начальная банка. Так, ну что? Что-то ли он меня видел? Да, он, кажется, меня видел. Так, ну что, будем бегать с ним по кругу? В догонялке? Такое чувство, что я догоняю робота, а ли он меня? Так, Бул не надо. Бул молодец. Но я с ним не буду тимиться, конечно. Так, все, я занял позицию. Эх, там Шелли с ультой. Так, слева сидит Шелли с ультой. Сейчас она будет... Блин, она в меня попала. Другая Шелли тоже в меня стреляет. Молодец. Тоже спалила меня. Странно, Шелли постреляла и... пошла за Булом. Так. О, Бул! Вот это да! Отлично, получается добить Була. Продолжаю сидеть. Только ситуация не лучшим образом складывается, потому что и слева, и справа от меня Шелли с ультами. Как-то не очень, не по себе. Она на самом деле легко меня может сейчас убить, пробить стенку. Но добьет ли она меня, это не факт. Так. Опять две Шелли, опасная ситуация, тут робот. Фух, получается. Так, ну теперь Шелли с Леоном затимились. Зачем они тимятся? Опять я между двух Шелли. И они все, кажется, тим против меня. Так, Бул тут еще, да ну нет. Надо уходить. ХП вообще нет, Шелли в меня не попадает. Надо жить. Эх, я умираю, офигеть.
через секунду игра заканчивается, но четвертое место. Нормально на самом деле здесь играть за Мортиса. Конечно, если бы был ивент без роботов, а с какими-нибудь банками ярости, было бы лучше. Так, Леон какой-то странный. Ну да, в принципе, я забираю ящик. Так, Барли, нет, я не буду с тобой драться. Мне это не нужно. Я буду просто сидеть в кустах. Хорошо, Барли забирает банку. Надеюсь, он понял, что я не буду... Динамайк, ты куда идешь? Динамайк, ты серьезно? Барли не стал никого бить. Ну, я тоже не буду бить Барли. Так, тут Бул. Может его попробовать добить? Хорошо, получается закрытить Була. Так, надо регенить или нет? Пока что подержу ульту. Так, и можно уйти просто вот туда, направо. Это странно, я уходил, ну ладно. Так, сейчас мне главное оторваться от робота, чтобы он на кого-нибудь другого стянулся, как сейчас и получилось. Отлично. Так, Дэрил, не надо сюда идти, потому что он меня убьет. Так, вот сейчас опасная ситуация. Если бы он юзнул ульту, мне кажется, робот бы на меня пошел. Но все нормально. Просто стою в кустах. Вот займу, наверное, поближе кусты, чтобы видеть большую часть карты. Так, и кто там остается? Там остается Леон. Так, понятно, 7 банок у него. Эх! Он в инвиз ушел, и робот сейчас на меня. Так, ну и что же мне делать? Даже не знаю. Так, а давайте сейчас попробуем уйти налево, чтобы робот стянулся на него. Это у нас, знаете, такая... Да, получилось, знаете, такая тактическая игра какая-то выходит. Так, и можно сейчас его поджать. Ну, наверное, да. Я, в принципе, так и думал, что он пойдет вниз. И сейчас надо его убивать. Так, хорошо. Все, получается его убить. Первое место, отлично. Давайте сыграем еще одну игру. Сразу же отхожу от ящика, мне не нужны проблемы. Можно же уничтожить вот этот ящик, например. Так, Бо, нет, я не буду с тобой тимиться. Я сегодня играю без тиминга. Совершенно. Хотя крысе на самом деле нужно тимиться. Но нет, я не буду. Хорошо. Может быть, сейчас получится даже... Нет, наверное, не получится. 3 ящика, только 2. Так, не буду ни на кого нарываться. Мне нужно где-то занять какие-то безопасные кусты. Но тут Пэм будет напрягать меня сейчас. Так, Эль Прима, это хорошо. Он даже меня не бьет. Можно было попробовать на нем ульту набить. Так, там Дэрил какой-то вроде. И он может сейчас на меня пойти, но нет, все, все хорошо. 9 человек по-прежнему, ничего себе. Опять этот противный Пэм. Точнее, противная Пэм. Так, сейчас за мной робот пойдет. Эх, что это такое? Бо и Шелли? Шелли меня не бьет? Ну, спасибо Шелли, на самом деле, что она меня не била. Ну, это, в принципе, логично. Так, за мной робот, а там Пэм. У меня очень большие проблемы. С 29 кхп. Ну, все, все, все обернулось, так сказать. Дэрил даже со мной тимится. Все со мной тимятся, ничего себе. Ну, вот Пэм не хочет тимиться, видимо. Так, нужно как-то здесь выживать, а там Пэм... Там еще Шелли. Эх, что делать? Что делать? Как тут выживать? Там еще Пэм сейчас справа подойдет. И мне конец просто. Так, все, меня сейчас, кажется, убьют. 346 хп. Так, надо сюда уходить. Да ладно, я успел. Успел уйти. Так, и что? Офигеть, неужели это будет второе место? Жесть. Второе место у меня получилось занять, никого не убивая.
Не буду показывать главное меню, чтобы вас не смущали мои гемы. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, поставьте лайк. Можете предложить мне тему для следующего видео в комментариях. Всем пока!